Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 40-летняя певица Слава поделилась результатами своего похудения. За время нахождения в специализированной клинике, в которой артистке подобрали индивидуальное диетическое питание, певица не находила для себя другого занятия на карантине, кроме готовки. Она совершенствовала свои кулинарные навыки и снимала пробы с получившихся блюд. И как тут не набрать лишний вес? Но теперь она поразила всех поклонников, Слава похудела на 7 килограммов. «Хочу еще 4, но как-то не получается, мы приготовили домашние хинкали, и я их съела. Сейчас опять плюс 7 за неделю», – пожаловалась артистка на срыв. Но поклонники поддержали звезду. «Вы позитив, хинкали до 16:00 – это считай, что овощ. Ты и так худая, куда еще худеть, стройняшка», – успокоили знаменитость фолловеры. Как стало известно, Слава отправилась в оздоровительную клинику в Подмосковье после того, как набрала лишний вес на карантине. «Если для меня нормальный вес всегда был 62-64 килограмма, то в последнее время я стала весить 75 килограммов. Я решила взять себя в руки, но дома этого я сделать не могу, потому что силы воли нет. Когда перед тобой все время стоит винный шкаф и витают запахи вкуснейшей еды, то аппетит ненасытный», – поделилась звезда. Слава провела карантин со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким, а также с двумя дочерьми – Александрой, прилетевшей в конце марта из Франции, и Антониной. Кстати, не очень давно певица официально объявила, что не планирует выходить замуж за бизнесмена, с которым живет вместе уже почти 20 лет. Также Слава рассказала порталу телепрограмма «Про», что собирается в Сочи, как только будет разрешено. Звезда приобрела 4 года назад на Черноморском побережье апартаменты и регулярно отдыхает вместе с семьей. А вот чтобы очень рьяно куда-то рваться на отдых, такого Слава за собой не припомнит. «Я настолько устала, мне так хорошо дома с семьей, я вообще домосед. Тем более мы успели буквально в последний момент перед карантином слетать на Мальдивы. Так что никуда особо и не хочется», – рассказала звезда. Период самоизоляции у певицы, кстати, проходил довольно весело. Например, она вместе с продюсером Виктором Дробышем успела сочинить забавные карантинные частушки, которыми с удовольствием поделилась с подписчиками в Инстаграм. Слава и композитор Виктор Дробыш развлеклись в самоизоляции сочинением частушек на актуальную тему. Продюсер, сидя дома, записал музыкальное сопровождение на гармошке, а артистка придумывала слова, усевшись во дворе на скамейку в цветастом платке.